Здравствуйте, мои любимые, мои хорошие, тири-тири-мука, литмуанпса. Доброе эстонское утро вам всем! Мои хорошие, хочу поделиться с вами радостью. У нас событие. Наша Сандра закончила университет. Огромное ей поздравление. Был замечательный актус в Таллине. Трансляцию мы смотрели здесь с мамой. Сандочка, мы поздравим чуть позже, потому что у нас одна дата заканчивается, снова грядет следующая еще важнее. Вот, и тогда ждет ее подарок, ждет ее букеты от нас. А сейчас я вам покажу, как это все вручалось, покажу, как поздравил папа, Кристина была. И как это вообще все было атмосферно. Годы студенческие так быстро пролетают. И теперь она у нас тоже с образованием, девочка. Красавица уже работает. Так что все. Все, теперь Кристина. Теперь Кристиночка осталась. И все детки выросли. Так они быстро растут. С погодой в этот день, конечно, не очень повезло. Дождь был. Сам актус был в такой, как большой палатке, натянутой прямо на траве. Около здания института недалеко. Это они ее раскинули. Ну, очень все торжественно. Но дождь, видите, какой. Муж снимал все эти кадры. Вот такая большая-большая потяга. Ну, шатер, скажем, да, такой шатер. Я так понимаю, что шатер этот традиционный. У них вот так и проходят здесь актусы. Выступал ректор университета в начале. Выпускников здесь 200 человек, достаточно много, поэтому здесь места все заняты. Потом был легкий фуршет, видите, столики стоят для студентов. Началось все, конечно, с гимна, весь зал, так можно сказать, да, встал и гимн. Стоя слушали эстонский гимн. Вот слово взял ректор университета. Он здесь поздравляет и студентов, и родителей, и всех, кто поддерживал студентов в этот период обучения. Желает всего хорошего. В общем, такие напутственные, мудрые слова, как в каждом институте при выпуске, ну, сами понимаете. Suve algust tema kõikides vormides. Olge hoitud ja jääge negatiivseks. Edu ja indu teile edukaks ja suurepäraseks saamisel. Elagu teie. Aitäh! Мы снимали с компьютера, с экрана, а вот это кадры мужа, который снимал прямо из зала. Ну, здесь, конечно, видно все гораздо хуже, как бы, чем трансляция была вот прям все лица, сцена. И здесь гораздо лучше, конечно, видно было все. В промежутке вот группа выступала, перерывы такие делали музыкальные тоже, и потом началось вручение самих дипломов. Здесь было 200 выпускников, поэтому, конечно, все я вам показывать не буду, в этом нет никакого смысла. Но некоторые специальности я покажу. И, конечно,
нашу самую чудовую покажу. Проректор Ли Хэбэ, Герман Скуя, Керли Калдоя, Анна Наталич ja Julia Kalinjuk. Üks palve on, et kui olete diplomi kätte saanud, siis jääge korraks seisma, las fotograaf teeb pildi. And one request is that if you received your diploma, please stay there for one quick photoshoot. Thank you. Loen ette rektori käskirja Ö1553MK. Eesti ettevõtluskõrgkool Minor, magistriõppe üliõpilastele. Õppekava, rahvusvaheline ärijuhtimine. Sofia Schwann. Aga ka natuke muret. Несколько выпускников взяли слово. Тоже благодарили, как прошли все эти годы. Там студенческие все-таки такие приветственные слова. Õppekava. Veebidisain ja digitaalgraafika. Diplom cum laude Marietta Baumann. Diplom cum laude Laura Kooskora. Veebitehnoloogiad. Diplom cum laude Vladimir Kormiltsev. А вот и наша Сандра. Сандра Итер. Иван Иванов. Рене Карьюс. Еще одна выпускница взяла слово, я так куратор даже не понимала. На этом замечательном мероприятии ваша честь. Для кого-то из вас это первый выпускной, для кого-то второй и, может, даже третий. У меня было три выпускных. Классика, бакалавр, магистр и доктор наук. Этот путь... Я реинновацион. Эстер Омовунми Адеинка. Этот в этом институте идет обучение на трех языках, на английском, на эстонском и на русском, поэтому здесь студенты со всего мира. Joav Peul Magellan. Usama Ashfaq. Cum laude Maiki Aid. Õpetajate nimel on sõna tarkvaraarendus ja ettevõtluse õppekava lõpetajal Arpan Tutta. Speak to all of you today.
I was chosen to give this speech due to my academic achievements and the laurels that I have received during my bachelor's degree. Этот студент тоже говорит благодарственные слова. Последний, насколько я поняла, он вообще учился дистанционно, что ли, что он как бы тоже присутствует на выпускном, но вот так в видеоформате тоже благодарит за помощь и за годы учебы. В общем, такие приятные слова. Ну а теперь, когда все закончилось, муж продолжает съемки, и все они поехали куда? Сейчас он расскажет. Значит, все закончилось. Дождь, капец. Пасмурно, холодно, ветер. Леша, значит, впереди идут. Вот, значит, вот. Сандрой. А мы, значит, идем, наверное, куда-нибудь, наверное, в ресторан. Сандрин диплом у меня у самого сердца. Вот тут вот, вот. Вот он. Чтобы не намочить его на дожде. Так что Сандра закончила, диплом отдала мне, короче, на хранение. Сейчас идем, наверное, в ресторан. Посмотрим. Вот мы приехали, Аргентина, ресторан. Это там, где вот этот целлюлоза. Вот эта труба, где вот эта вот большая. А вот и Леша приехал. Вот он приехал. Я вот стою там. И вот тут труба, где вот эта большая вот эта вот. И вот тут вот, короче, вот Аргентина, ресторан. Вот тут вот написано. Вот. Кристина уже там. И там внутри такая как бы галерея. Сейчас мы зайдем туда. Вот. Леша выходит с Сандрой. Галерея такая. О, смотри, тепло, как хорошо. Да-да-да, я. Вот. Ну вот, короче, мы тут здесь. Да-да-да, да. Вот мы, значит, идем в этот ресторан. Вон тут люди фотографируются, фуршеты какие-то тут тоже у людей. Вот он, Леша. Вот мы здесь. Вот мы тут сели, нам тут дали местечко. Диванчики тут это такие. Тут все, конечно, бронировано, все тут занято. Но нам повезло. Нашли нам местечко. Так что. Вот нам тут принесли. Я себе, значит, заказал картофель фри из батата и мясо. Какая-то говядина. Какая-то вырезка какая-то, то ли из спины, я не знаю. Сандра знает. Сандра сказала себе то же самое. На форте. Ага. У Сандра тоже ест. У Лёши, значит, филе, утиное филе. Дук. Да. Вот. А у Кристины говяжья печенка. Как там? Медиум. Как-то well. Там. Медиум well, да. А у меня просто медиум. Ага, вот у Сандры просто медиум. Вот, значит, мы кушаем, так что все вот так. Вот такой выпускной у нашей доченьки. А теперь поздравления за нами. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Не забывайте, всего вам светлого, доброго, хорошего, хорошего настроения, позитива, солнышка в душе. И до следующего видео. Я Тайга. Пока-пока.